непосредственно в самом припаре. Это короткий Сочи у этого, напа. Да. Я его не пойму сейчас, ну ладно. Будем по ходу оперы все делать. Не, ну, кстати, чуется. По крайней мере, у меня чуется. Ну, в припаре, в сравнении с вчерашним тестовым моим. Да притормаживает тяжкой. Ну, в смысле того, что он этими рывочками идет. Потому что вчера прям вообще-вообще. И то. Я не знаю, тут у меня биттрейд сколько? 2.5 по умолчанию, я, как он стоял, короче, я его так и поставил. Не, ну на стриме, кстати, ну так себе, я сейчас гляжу. Более-менее. Ладно, поехали. Сейчас посмотрим, что из этого всего получится у нас. Так. Так. А где звуки? С этим по себе. Всю сюкать. Этот самый. Оп. Кстати, пока там отсутствовал, я там до хера пародия нахерачил. Да я обращал внимание. Ща, что-то я не слышу вообще этого припара в ушах у себя, а он был. Да нет, USB стоит. Странно. Ну подожди, я сейчас музыку тормозну. Я самолет не слышу. Музычка такая пошла, ля 80-е такие. Опа, а что это там? Какая-то чернота на стриме. Я не знаю, куда ты там тыкнул-то? Не знаю. 2D-панель я включал. Ну и сейчас она у меня, ну в смысле этот. Сейчас посмотрим. Где звук-то? Звук-то где? А, да вот он у меня выключен, блин. Нормас. Сейчас. Он у меня просто был, просто был выключен, короче. Так. А где ты там 2D-панель включил? В 738, что ли? Ну, не 2D-панель, но верхнюю панель, короче. Overhead я включил через Shift 6, чтобы она загорелась у меня. Не переключился видом. Звук самолета появился. Вот, да. Сейчас я это дело все сравняю с музычкой. Что там появляется эта фигня? Громко, наверное, да? Самолет сейчас получается, что послушаешь. Слушаю. Да Боинг вообще не слышно нихера. По сути. А что-то там было слышно? О, вот сейчас он заработал. Вообще проверим. Ну вот сейчас. По идее. Сейчас музычка. О, музычка. Самолет сделает потише, да, он перекрикивает музыку. Сейчас, сейчас, подожди, задержка. Я прибрал. Сейчас должно нормально быть.
Что там скажешь? Пардон. Вот сейчас нормально. Нормально, да? По уровням. Да, и нас слышно, и самолет. И самолет слышно. И музычка где-то там пищит, наверное. Да, и музычка. Нормально. Отлично. Как там музычка для танцев? Музычка. Из этих. Ну, обычная. Музычка обычная. С этих. Без авторских. В каком в этом разрешении показывается, ну, 720p. Стримит 720. А что нужно сделать, чтобы в 1000 делалось? В ОБС-ке в разрешении экрана, ну, видео вывод, там выбрать разрешение 1920 на 1080. Сейчас, подожди, я могу не останавливая стрим это сделать? Ну, попробуй, должно сработать. В выводе? Да, в графическом. То есть сделать видео настройки вывода, да, и там где твое разрешение, там в пункте выбираешь 1080p, сохраняешь и все. Но у меня 1920 на 986 сейчас стоит. Это под мой экран, сейчас он заточен. Вот. Ниже выбери разрешение именно для трансляции. 1080. А, выходное масштабное, но он мне не дает сейчас. Ну вот видишь, потому что трансляция идет. Ну потом, когда в следующий раз. Но в любом случае, качество сносное или вообще? Что там как? Качество хорошее. Ну, хорошее самое качество. Главное. 720p очень даже хорошее. Ну хорошо. Я это, конечно, буду потом просматривать еще. Он же сохранится, запишется стрим. Да. Вот, все это дело. Так. С какой мы будем взлетать с 20. Да блин, это я чё открыл? В Сочи. С 24. По своим схемам. Наломет и сналуба, короче говоря. Я вчера уже облетывал. Кстати, постучать по дереву. У меня сейчас средние стоят настройки. Но я начал с малого, скажем так, да, не накручивая пока особо сильно. Ну вот, еще не ставил ни этот, ни опуса, ничего. Не накручивал. Ну, в сравнении с тем, что было, естественно, я доволен. Но поприбрал. Плюс у меня он не этот, глючил. Я пока драйвера не обновил, он у меня вообще вылетал, отключал карту. Вот. А драйвера родные брал, короче, с этого, с ацеровского. Вот. Потом почитал, народ говорит, возьмите непосредственно с NVIDIA. Вот, и под NVIDIA заточите новые все. Вот, ну поставил, вроде тьфу-тьфу, вчера слетал. Более-менее. Я хоть до самолета дорвался. Что-то меня уже ломать начало. Нормалек. 24-я. Выходим мы на ламет.
Какой он там, блин? Маламед, 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 маламед. 24-й. Да ладно, он там ламет 2 альфа, короче, я его еще правил, по-моему, вчера там разрывы были. И где? Вон он, разрыв. Нет, тормознушки, конечно, чуются, тормознушки. Ну да ладно. Так, я его вчера спрямлял. Было это у нас... Да. Вот здесь. И будем мы на четвертую ЛС с Налуда. Ла-ла. А какой он там на лут? РК. Ну, блин, я схему не выключил. Ну, в смысле, я тут сцену не переключил. Ну, это ладно, с непривычки. Да там висит, я смотрю у меня на этом. Или нет? А, нет, задержка была. Ладно. Это тебе PvP, что ли, на русском? Нет, это чарт. Обычный. А, ты через какой-то пауэр посмотришь. Через акробат ридер. На лут один чарт. И там тоже, по-моему, какой-то разрыв. Сейчас посмотрим. Леги. Шмеги, да, вон он. Видишь, шмеги, иди. Сейчас я подойду. Давай.
здесь. Угу. Ну я в руле выжу. Смотри, вот мне интересно, гамма не слишком сильно завышена, не слишком ли ярко все? Это по умолчанию стоят, кстати, настройки, которые припаровские. Или у меня монитор так? Не, ну я смотрю на со стрима, в принципе, то же самое, со второго ноута. Яркость та же самая. Трава зеленая, самолет белый. Да белый, не слишком ли он белый, я имею в виду, что... Ну знаешь, когда гамма завышена, когда слепит, когда слишком сильно. Да нет. Гамма не цветовая, а гамма световая, в курсе, да? Там, да, типа, 1.8, 2.0, 2.2, короче, это... Ну, стандартные значения там виндовые. Нормалек, нормалек. Потому что я никак не могу привыкнуть, во-первых, к этому к монитору, к новому. Вот, мне все контраста не хватает. У меня тот чуть-чуть по контрастнее. Я тут что-то крутил с этими, с виндовыми настройками, блин. И... Ой, блин, поворот просрал, ну ладно. Нет, с гаммой все хорошо, нормально. Не пилит, не темнит, все отлично. Это я тебе могу даже сказать, как человек, у которого 4 косук монитора и CPS матрицы. Поэтому все нормально. С CPS я не развелся. С CPS, зараза, стоил, по-моему, на 20-ку или на 15-ку дороже. Ноут. Вот он и мой монитор. Он хоть бюджетный сегмент. 25 тысяч стоит? Нет, на 25 тысяч, ну, я, блядь, вообще не считаю, что даже хоть и 24 дюйма, 4К, что, блядь, это бюджетный 25 тысяч. Нет, это нормально все, качество как раз. Поворот я прошлёп, ладно. Сейчас тут повернем. Да можно вообще-то, в принципе, вот отсюда сейчас сразу на перерыв завернуть. Хотя по схеме, ну, по правильному, по-моему, там надо объезжать, короче, слева по рулежке. Вообще сегодня по школьному летим, блин. Мне надо стрим протестить и сам вообще как будет себя машину вести. Кстати, я бы не сказал, что он у меня сильно греет. Тьфу-тьфу-тьфу. Я ж тебе, как говорится, и подбирал, чтобы и не грело, и хорошо все было. Еще бы, конечно, как говорится, за 40 с хуем тысяч, блядь, там что-то грело. За 50 считай. Не, ну вообще да. Не, ну как он у меня вышел-то? Ну я купил себе SSD сразу. Я купил себе сразу четверку еще эту. Оперативу планку. Это вот в него да, и прям. И охлаждение там хорошее. Вот. Да, но на крайняк эту. Подставку возьму. Хотя, блин, с учетом того, что он у меня чаще всего лежит на пузе. Эта подставка меня сдует нахрен. Да блин, он греет. Я его запустил, когда это до апгрейда, короче. Этой карты. Он грелся у меня жутко вообще. Он там. Он мне кишки палил точно вообще. Варил. Ты были такие случаи. У меня у самого только нетбук, как непонятно, нетбук. Я тоже себе сколько раз на пузо ложил, там буквально через 5 минут у тебя уже на пузе можно шашлык нахуй жарить. Типа того. Не, ну, смотри, по идее, он даже не крутил ни разу, да? Ну, в смысле, задержек. Нет, я просто там сравниваю, допустим, если там, не знаю, Гришка когда стримит. Ну, Гришка с такого, с модема стримит. Время. У него бывает, крутит. Ну, задержки. Не задержки, а провалы, короче. Но это я еще не это. Не накручивал ему этих параметров. У меня там отключены. Ну не отключены, в минус, а ну в самые нижние настройки. Сглаживание, теперь... короче, всякие хрени, блин. На средних стоят эти сценарии, еще что, короче. Ну, эти, все его, короче, такие видюшные настройки. Ну вот у тебя сейчас при средних FPS сколько показывает. А?
тебя сейчас при среднем FPS сколько показывает? Не знаю. А где это посмотреть? А ты что, бандикам не запускал? А, бандикамом? Нет, кстати, с бандикамом не запускал, я попробовал, писанул. Я не тестил пока. Ну, я настроил на 30 везде, думаю, мне больше не нужно. Красавец. И звуки у меня не до конца стали. Новые. Он кабину поставил, кокпит, короче, а двигатель я чую, что они не это. Не то. Да, я вот сейчас после того, как на плейн перешел, на припар смотрю, все равно как, не знаю, островатый сам. Хотя сейчас даже только в плейне летаю. Вот, и вообще как говорится, красота. Я еще, знаешь, этот погодник, вот мне Дима посоветовал, говорит, мне неплохой, на рутрекере Sky Max. Вот, я его скачал, поставил. Вот, и я, как говорится, с плейна на ниже не слезу больше, если только на плейн 12. Не знаю. Или на новый Microsoft симулятор, который выйдет в 2020 году. Ничего, пока не хочу. Так, что забыли? Закрылки стоят, это стоят. Вроде все на месте. Пассажиры пристегнуты, памперсы розданы. А ладно, не бежите. Мне, пожалуйста, комплект памперсов двойной. И, как говорится, что-нибудь покрепче. Ну все. Да тут, господи, от набора высоты. Тут лететь 45 минут. Только взлетел, выпил и сел. Нет, там один дружок должен позвонить. Пойдем там. Не, притормаживает в сравнении со вчерашним. Все-таки заметненько. В плане того, что эти кадры. Ну, оно и на глаз можно увидеть. 25 FPS, 20, даже если 29 FPS будет, достаточно на глаз почуешь покадры. Ну это у нас. А если 60, то само собой 60 ты сразу ощутишь. Я не буду его грузить сильно. Не будем мудрствовать лукаво. Включим автопилот. Просто я не знаю, там вроде поработают на своем прогрессе второй версии, но я его свой еще отшел. Че, подожди, сейчас не слышу. Нет, дует. В уши. Не, ну, в принципе. По крайней мере, не дергает сильно, как у меня дергало раньше. Вот сейчас воду сейчас начнет рендерить. Плюс у меня отражение включено, эти я ж не выключал, но ну, вообще это. Там по сути хватает поверхностного текстур, она дальше 3D модель. Там так наложено сверху, чтобы знаешь, визуально было видно. А внутри, я думаю, там просто густая текстура и все. То есть объемность творится. Не, ну она в любом случае, значит, она как-то активная, эта текстура. Вот смотри, видно, что волны, типа, они, типа, переливаются. Ну, активка, да, все равно есть. Про наполнение вглубь, я имею в виду. Ты сейчас, как говорится, даже вот я сколько раз вот, даже плюхался на воду, да, вот в припаре. Куда сейчас плюхнулся на воду, он даже хер провалится туда. То есть она даже, знаешь, каменная текстура. Да, понятно, да. Да, она даже как взлетная полоса, ну, по сути дела, только водичка такая. Ну, что он сразу. Потерял я сноровки.
давно не летал. Вчера я это заметил. Тем более на 738. Не знаю, на 744 сяду. Что там будет? Я хз. Я его еще не устанавливал. Меня вообще очень сильно сетовало. Расстроило то, что вылеты были. Думаю, блин, да в чем дело? Ну, видишь, драйвера заделал и как-то вроде бы более-менее считал нормально. Сам решал. И вот как я про чего говорил, просто даже один, хотя бы тот факт, помимо физики и всем графики в плане продуманности. Там вот у ПНДГ, смотри, если ты не включишь запотевание стекол, он все равно полетит, но не запотеет. А в плейне, я вот сколько тестировал, если ты это не включишь, то это реально запотеет. Я тебе чуть погромче тебя сделал. Или не самолет потише сделал. Что там на стриме? Я тебя слышу плохо. Сейчас. Нет, ну сейчас тебя погромче чуть как бы. На стриме все нормально. Я говорю... А, ну или говори погромче тогда. Да, да. Помимо того, что физика, там графика, продуманные модели, да, в ПМДГ там, если ты не включишь противозапотемнение стекол, он у тебя и так они не запотемнеют. А в ЗИБа, если ты их не включишь, то ты лучше будешь видеть. Вот. Ну, ты хочешь меня совратить на плейн? Ну, можешь не совратить, а можно хотя бы, не знаю, я тебе давно говорил, поставь ее хоть пробники там потестирую, как у тебя будет работать. Вот сейчас на новой машине посмотрим, что и как. Да, то есть если он у тебя будет работать более-менее даже на тех же средних, то почему нет? Перелезай смело на плей. Просто припар этот хоть сколько-то версий там новых не будет, сколько у него там освещения не обновят, но все равно этот старый движок. Как говорится, ну дрочить то, что все равно не выдрочишь, нахер нафиг. Вот. А он в Call of Duty вот. У них движок старый, они что-то выпиливают, а если анимация будет говно, то это пилится новый движок, и плейнер, само собой, движок такой крутой. А вот когда они выпустят новый Microsoft Flight Simulator, вот тогда уже можно будет даже, может быть, я буду думать, с плейна прыгнуть на него. Потому что, ну, они все равно не обновили, видишь, они ему даже... Они названия никакого не дали, ни 11, ни 12, ни 20, они просто... То есть получается, это полностью переработанный Flight Simulator. Поживем, увидим, короче, что тут думать. Ну нет, так-то да, я вообще просто говорю. Сколько он стоит, будет интересно. Ну... 2000 минимум, я это сразу могу сказать. Ну, посмотрим. Вон тебе, блин, топ-клэм, блин. А вон тебе уже через 40 миль, блин, топов десент. Успеешь выпить? Конечно. Я еще и 0,5 силовой приходу взять. Еще и стюардессы занюхают, как говорится. Не прошу стюардессы. Пойди заработай. Надо поставить погодничка. Хватает. Да, сейчас приколись, 40... подожди, ради понта интереса. 40 миль они этот кроссовок как быстро. Ради понта интереса, я ему сейчас можно. А? Атмосферу ему включу. Можно даже литр виски выпить, как это топ по ДСМД. Да при желании это можно, что хочешь сделать. Да при желании еще. Если миль 50, да то по ДСН можно вообще ебануть. Ой, да вот, ебануть какие-то. Понятно. О, это я включил ему. Ветер. Атмосферка. Да, ну знаешь, при посадке ты будешь просто великолепно хлопать и смелить радость. Вот. Алкоголь.
Ну а что, кстати, вот я смотрел видео много в бизнес-классах, особенно, знаешь, на дальние расстояния, те же вот куда-нибудь Дубай или еще под, там подлиннее, у них бизнес-класс, у них там целая нахер кровать, у них там целый ресторан, там целые официанты, и жрачка у них, как в ресторане, там, ты также можешь подойти, в алкоголь выпить, можешь даже заказать, тебе принесут, вообще охуенно. Правда, стоит это минимум 10 тысяч баксов, но с места посткомфорта. Лететь сколько? Ну, 12 там часов. Ну вот, блин, слушай, а мне не нравится вот этот вот режим с этими, со всеми, с приблудами. Ну, я сейчас включил, типа, атмосферность, или как она там называется. Мне кажется, море только темнее стало. И, ну, типа, что там всякие эти... размытости, дымки. Тогда да надо... Я вообще не признаю эти размытости. Даже вот в играх, вот, пункт размытия в движении, ну, что это, блядь, за хуйня? Я его как-то даже попробовал. Бегу, у меня... Короче, все мылит нахрен, все замыливает, как будто я в какой-то матрице, блядь, бегу. И нахуй замыливание в движении нужно, непонятно. HDR Light, вот как называется. Это хрень, короче. Я еще выключу нафиг. Я не знаю, может кому-то в кайф в руку пойдет. Но не, оно может быть, когда это. Ты на каких-нибудь там супер-ультрах играешь, и на чем-то еще там летаешь, катаешь. Тогда да. Ну, если даже у меня монитор 240 Гц, я не офигенный профессиональный геймер, имеет размытие движения, только будет все замыливать, я врага нахуй не увижу. Ну, я тебе не за замыливание, я тебе сейчас говорю за... сейчас ну, вот это... за эту тему. Ну да, но все равно как-то я вот смотрю, темновато все равно кажется. Ну, я выключу сейчас, нафиг, почетче все. Да надо экспериментировать со всеми делами. Так, что у нас там? Сочи можно закрыть. Что у нас там? На заходах 0.35, 109 и 1. Не успеешь взлететь. Сейчас я подойду. Да.
Алло. Сань? Угу. Че, я пойду там с другом созвонил, сейчас встречаться будем. Ну иди, что я долечу сам. Давай. Снижаюсь уже. Если что там, еще звоню. Да. Вконтакте потом все полностью прочти. Да ну ладно, не парни, не делай. Хорошо? Давай. Thank you.
Just me and you.
Wow.